такой. Ну, пожалуйста. Холодная и горячая персона. Пятница, суббота, неделя. Ночью вставала в туалет, ну, мою ключу, може, есть, не було. От сьогодні вже тричі сходила, купила. От, эти, вон там дві баклажки, два відра. Я єсть війна, хто я розбомбила, это, ну, в тому, що обідно, що до п'ятого єсть, а вище немає. Видите, вот горячая вода, вот это вот максимальная. Это где-то часов с 7 до 12. И во второй половине дня тоже где-то часов с 3 вот так вот она течет. И где-то часов до 6. А ночью вообще очень-очень тонкая струйка. У меня вода всегда набрана, потому что отключаю достаточно часто. Мы все понимаем, в какой мы оказались в жуткой ситуации. Есть? Вода техническая. Ну, надо же смыть туалет, помыть посуду. У нас есть для питьевой есть автомат там. Зовсім немає, ну це ж не після того, як це ж був якийсь там. Кто будет мешать? Я не хозяйка. Поэтому... Что по еду, что по воду. Поставили специально лестницу в виде, люди приходят за питанием, и сразу видят, что вода, и водички набирают. 9.30, даже раньше, 9.15 приехали. Без выезда. Да, кто стоим, да. Пока вода не закончится. Сколько еще залишается? Ну, пол бочки еще. Закончится, едем еще до второй бочкой. Ну, допустим, ну, человек, может, 30 было, я знаю, там, с кастрюлями, кто с чем, баклажками. Городская вода, как в квартирах. Працівники підприємства працюють над відновленням водопостачання на Горизонті та Рогані. Про це Суспільному розповіла речниця Харківводоканалу Тамара Редько. За її словами, ситуація контрольована, але коли зможуть подати воду, Редько сьогодні сказати не може. Цистерни для людей підвозитимуть щодня.